Прием, прием, на связи Шадимен, мой друг Нубик. Привет, привет, друзья. И, конечно же, какая-то летучая мышь, которая взяла здесь непонятно откуда. И добро пожаловать в рубрику «Оборона башни в Майнкрафте». Вы, конечно, знаете, как выглядит сегодняшняя башня, но все-таки я подержу немного интригу. А ты, дружище, пока что смотришь этот ролик, у тебя есть ровно 3 секунды для того, чтобы поставить лайк под этим видеороликом. Иначе сейчас прям к тебе туда приземлится метеорит и лайк не успеешь поставить. А те, кто еще не подписан на канал, друзья, подписывайтесь прямо сейчас. Ну что, раз, два... Три, показываю. Так, не-не-не, это ни в коем случае, это не наша башня. Ой, это что наша такое? Башня вот да. Это вот огромный-огромный динамит. Нубик, как тебе? Представляешь, если он взорвется где-нибудь сейчас здесь? Да, я представляю, вообще весь мир взорвется Майнкрафта. Да, это точно. И именно в нем мы сегодня будем с тобой пытаться держать оборону против армий зомбаков. Ну что ж, пойдем уже наконец-то найдем вход, потому что я вижу то, что здесь можно здесь войти. Лестница куда-то идет вон туда и тому подобное. Это, наверное, вход. Пойдем. Я уже захожу прямо сюда внутрь. Так, я пойду по периметру. Пробегусь, если хочешь, можешь уже на самую крышу подниматься. Вот, меня, если что, не жди. Так, я пока что посмотрю, что у нас здесь. Потому что нам с тобой еще нужно сегодня найти... какие-нибудь сундуки, в которых, видимо, должно что-то лежать, да. Давай, ищи, потому что где-то именно там должно лежать сегодняшнее наше добро. Почему ты постоянно не падаешь? Я понять не могу, как это работает. Я сейчас буду тебя стрелять прямо с гранатомета, так что ты точно упадешь сегодня. Вот, так. Гранатомет вообще взялся? Сейчас найду, я тебе точно говорю. Так что ты пока что там бегай. Так, я на самый верх пока что поднимусь, потому что мне кажется, то, что где-то наши... Опа, я нашел. Все, Нубик, иди, ты проиграл сегодня. Ты снова проиграл, потому что я уже оружие сегодня нашел. На тебе. Пошел отсюда. Так, все. Не найдешь мне? Меня не найдешь. Какие штучки? Ну, конечно, у нас сегодня башня динамит, значит, все-таки у нас тоже сегодня динамиты. Ну, логически должен был догадаться. Так, пушка... Так, да, все, пушка нормально стреляет, все нормально работает. Все, так, что у нас сегодня есть? Получается, строиться мы с тобой не можем, но у нас есть наши любимые перпиляторы, алмазное яблоко, и я сейчас уже пойду делать ловушки вокруг нашего динамита. Пойдем, спускай скорее за мной, будешь мне помогать. Так, Нубик, что там делаешь-то? Рассказывай. Я уже спускаюсь, все вещи взял, я очень быстрый сегодня. Нет, ты всегда медленный. Так, ладно, я пока что тут все раскопаю, ты пока можешь что-нибудь рассказать, не знаю, что ему там. Че? А нет, я просто лестницу не мог найти. А, понял. Ладно, Нубик, ты когда-нибудь в Майнкрафте взорвал динамит вообще? Динамит взрывал. Я один раз взорвал динамит, я вообще на небо улетел. Я не знаю, что за фигня. Нифига себе, а что ты за динамит такой использовал, который тебя не взорвал, но при этом ты улетел на небо? Как это возможно? Я не знаю, как возможно. Но потом я играл в выживание, вот, этот динамит... взорвался, угу. Я подлетел и упал, и умер. Ого, нифига себе, слушай, я помню то, что мы с тобой на миниганах обычно летаем, но чтобы на динамите куда-то подлететь, я такого еще не слышал, честно говоря. Так, я колючки расставляю в траншею, а ты, получается, поверх траншеи их кладешь, да? Да, да. Да, я вижу. Так, главное, чтобы мне сейчас только выбраться получилось, потому что, ай-яй-яй-яй, ты как-то их поставил, то что я не могу в итоге выбраться. Вон туда, хотя ладно, я туда, ай-яй-яй, больно. Так, тихо, так, придется через боль делать. Все, успел, ставь дальше, я вроде более-менее с этим справился. Что такое? Нет, чуть не попался в колючки. Что-то ты как-то криво немного их ставишь, как-то непонятно, да, что ты делаешь-то. У тебя не хватит, понимаешь, что у тебя ограниченное количество этих колючек, и ты ставишь их неровно, Нубик, прекрати, нормально, ставь колючки, что ты делаешь? Ты как-то через одно место это все делаешь, непонятно. Так, а сегодня я сделаю кое-какие штуки прикольные. Так, я их... Чё, все? Вот я ж тебе говорю то, что они быстро закончатся, а ты там копаешь их там. Давай, ставь капканы, а я пока что сделаю что-то вроде, не знаю, трамплина, что ли, какого-то, я не знаю, как это назвать правильно. Получается, какие-то воздушные подушки у меня тут получаются. Ой! Так, что там у тебя? Я летаю. Куда летаю? А, понял, пан. Ну ты, наверное, невысоко долетаешь, хотя ты же мелкий. Я невысоко летаю. Понял, ладно. Так, я хочу везде эти вентиляторы расставить и... Слушай, я вообще не летаю, прикинь. Погоди, что такое? Почему? Я вообще абсолютно не взлетаю как-то. У меня эти вентиляторы не работают. Что? Блок земли, он вообще легкий, так что неудивительно, что он летит, в принципе. Вообще-то. Чем блок земли? Да.
Нифига себе, слушай, не думаю. Тебе там еще памперсы, а памперсы у тебя там всяких, ну, непонятных вещах. Так что мне кажется, что ты достаточно тяжело весишь. Так, я сделаю сейчас такую установку, чтобы зомби не могли подойти к нашему сегодняшнему динамиту. Так, все, я успел. Я успел, все, такая воздушная стена вот здесь получается. И, ух ты, нифига себе, как она нам очень-очень хорошо отталкивает. Так что думаю, то, что зомби сегодня никак даже подобраться к нашей базе не смогут. И тем более уж не взорвут динамит. Слушай, Нубик, а что если внутри этого динамита прячется огромный склад с динамитом, и мы нечаянно его активируем, и он взорвется просто? Что будет тогда? Я не знаю, наверное, весь Минкрафт взорвется, я очень боюсь. Ой, смотри, смотри, Шадди, я лечу. Слушай, Нубик, давай позаботься... Так, то есть пищит о защите, а не о том, как летать. Смотри, сейчас мы потом посмотрим. Смотри. Я тебе посмотрю, как ты ночью будешь без защиты обходиться. Во. Что, что, что? Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, а почему меня не поднимает? Давай это бред какой-то. Сделаю. Что такое? Да нет, зачем? Отсюда сейчас зомби скоро пойдут. Как бы, а ты что-то это делаешь так, то что зомби будут к нам просто-напросто залетать. Хотя, ради интереса, можно такое-то... Подушку прям переустановкой сделать. А, вот сюда. Сейчас я тоже это все поставлю. И, наверное, пойдем уже залезать на динамит и ожидать, когда уже первая волна зомбаков появится. Если она, конечно, сегодня будет не одна. Так, сейчас. Ну как хочешь, оно действует полчаса целых. Ты всегда, если что, успеешь его съесть. Фу, нифига у нас тут потоки воздуха с тобой, конечно. Ладно, Нубик, все. Я полетел. Я пошел, вернее, внутрь базы. Так, где у нас тут дверь? Дверь, видимо, где-то с другой стороны находится. И буду ожидать, когда появится армия зомбаков. Слушай, ты тут капканы поставил. Ну и что тут, как теперь обходить-то все это дело? Я запрыгнул сюда. Я понял, все, я тоже запрыгнул, все, пойдем, поднимаемся пока что. Такс, я уже слышу то, что зомби-то пошли откуда-то, так, где у меня, опачки, как, так, иди отсюда, летучая мышка. Так, как им тут сегодня, интересно, полетать на этих штуках, нравится, и мне так, алмазное яблоко сейчас тоже съем. Я потому что уже забыл, у меня из головы вылетело то, что его нужно съесть прямо сейчас. Все, мы теперь прыгаем супер высоко и можем прям вниз спускаться. Ну, а те вам зомби слушай, а что они не летают, они летают или нет, я понять не могу, ну, ты живой? Ты где, Нубик? Я тебя не вижу, ты куда пропал? На крышу забраться. А, ну прыгай по этим, по балкам этим, перилам, которые там. Слушай, смотри, они запутались в воздушной ловушке, они выбраться не могут из этих штук. Что? Я тебя не вижу что-то. А, вон ты там. Все, я под тобой, Нубик. Вижу тебя. Так, нате вам зомби, получайте с ракетниц. Вот так вот. Слушай, офигеть, они подлетели. На, раз, два, три, четыре. Вот так вот все. Получайте. Согласен. В руках какая большая, Шэдди. Вот именно, у тебя башка в 10 раз меньше, чем у тебя эта пушка, на самом деле. Хотя голова это самая большая штука, которую я видел в мире Майнкрафта. В принципе, это голова нуба, вот твоя головешка, короче. Это капец какой-то. Умная, потому что... Ага, нет, нифига подобного. У тебя голова какая-то... Ой, извини. У тебя какая-то пустая голова, по-моему, полностью. Так, ну давай, все, давай, стреляй там. Кого-кого много? Мозга. Мозга? Нифига, у тебя их не один он у тебя, что ли? У меня вообще много. Нифига себе, ну ты даешь, я такого еще не слышал. Так, слушай, зомби просто как будто бы в торнадо закрутили. Знаешь, когда торнадо такое крутится, вот получается на 360 градусов, вот зомби просто тоже в воздушном потоке запутались и ничего пока что сделать не могут, и к нам подойти тоже у них никак не получается. Так, я, наверное, подойти. Слушай, я попробую вниз спуститься и вот так в эту толпу пострелять. Слушай, капец, они разлетаются красиво, я на самом деле. Давай, вместе будем с миниганом стрелять в эту огромную толпень. Так, а теперь в другую сторону, так, зомби, давайте за мной. Честно, сколько опыта потом будет под конец этой волны, потому я что столько опыта забрать. С зомбаков выпадает. Есть. Так, ну, так, я прям в полете сейчас буду всех зомбаков. Ну, нифига себе, я каким-то себя суперменом чувствую. Так, Нубик, а ты куда толпу вот зомбаков повел? Я чуть не понял. Нифига себе, да, это точно есть такое, наверное. Так, еще получайте, толпы зомби. Такое чувство, как будто бы гранатомет их вообще не трогает никак. Так, не подходите к нам, пошли вон отсюда, огромные толпы зомбаков. Так, ой-ой-ой, сколько опыта. А почему опыт не поднимается на этих вентиляторах, я не понял. Он что, тяжелее, чем ты, что ли? Да, тяжелее, потому что опыт, он, не знаю. В общем, как сказать... Я понял. Ладно. Так, вот еще зомби подходит. Так, чё? Не знаю, Нубик, я от тебя далеко отошел. Что? Ты? Ну иди помойся тогда.
Ну, я не понимаю, о чем сейчас говорит Нубик, я его практически не слышу, из-за того, что у меня просто миниган палит. Мне надо какие-то наушники надевать, чтобы у меня действительно звук этот изолировать от минигана. Сколько опыта здесь? Сколько же здесь опыта? Я стреляю, это так классно смотрится. Давай-давай, стреляй вот в эту... Они прям здесь бегают, слышишь? Они прям все здесь бегают. И их еще... Не, слушай, их многовато осталось. Так, я сейчас вот так с ракеток всех. Давай. Так, еще с ракет. Еще ракетами буду стрелять, получайте. Так, а почему они толпами, интересно, не отлетают в сторону? Я что-то не очень понимаю. Так, ладно, в любом случае, нам нужно их до конца добивать. Так, вот, давай, ты бери ту толпу, а я эту завалю до конца. Сколько у тебя зомбаков там еще осталось? Я не знаю. Их... Ну, еще... не... Я не могу... У меня еще, наверное, штучек 15 примерно, где-то так. Давай, 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 только я не знаю, с каким оружием ты там стрелял. Я сейчас взял пулемет. Так, 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 сейчас посмотрим, посмотрим. Так, давай, давай, все, я добил. Все, ничья, походу, ничья. Ладно, слушай, давай, давай, собирай опыт, потому что я чувствую, что сейчас вторая волна скоро подойдет. Ух, капец, тут его много. Опыт даже не успевает за мной просто. Из-за того, что у меня алмазное яблоко, опыт реально вообще за мной не успевает. Так, 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 так. Я вот так на шифте буду ходить. Я буду... Что, 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 что? Вот этой. О, кстати, смотри, мы с тобой броню можем надеть. Смотри, все, я теперь в нагруднике вот так вот буду бегать. Ладно, Нубик, все, погнали, погнали внутрь скорее. Вторая волна идет. Вернее, даже не внутрь, я вот так буду сейчас. Опачки, вот так запрыгивать, все, я на динамите уже ждем, когда начнется следующая волна. Ну что там? Они уже здесь? Они на месте уже, да? Подготовлены? Где они? О, вот оно пришло подкрепление. Просто моментально. Посмотрим, доживет ли это подкрепление до утра, потому что луна так что насадится или что она делает, я не понял. Да, она медленно-медленно садится, и скоро мы с тобой уже доживем прям-таки до утра. Ну что, давай начинаем стрелять в этих зомбаков. Смотри, эта воздушная ловушка — это самая гениальная штука, по-моему, которую мы с тобой сделали вообще в принципе за серию обороны башни в Майнкрафте, потому что... Их просто закручивает. Их мало того, что отталкивает от динамита, так они еще за счет того, что вентиляторы находятся на земле, их все время поднимает куда-то в небо. Так что мы с тобой просто великолепно сегодня справляемся с поставленной задачей. Что-что? Туда, прям в толпу зомбаков ты хочешь? Окей, я в толпе зомбаков. Не-не-не, я больше не хочу здесь быть. Я ухожу оттуда, я ухожу. Ой-ой-ой, зомби-гигант подкрепление вызывает. Ой-ой-ой, а как это? Смотри, как они поднялись все. Они в воздухе, просто в воздухе все зомби висят. Нифига себе, ты видишь, там башня из зомбаков получилась живая. Я такое впервые зрелище вижу на самом деле. Это очень прикольно смотрится. Ой, кто быстрый, кто быстрее? Мы, по-моему, сам быстрый здесь. Все, я уже на динамите, я снова на динамите. Пойдем залезай назад, наверное, на всякий случай, потому что как-то что-то страшновато становится. Их слишком. Ой, я зомби-жителя вижу, а как он туда попал, в эту толпу, интересно? На тебе ракеты, зомби-житель, получаете вы все. Ну, зомби, вернее, житель зомби, я не знаю, как тебе правильно сказать. Что? Не-не-не-не, обычный маленький зомби, но он житель, короче, вон он до сих пор живой. Я в него ракетами стреляю, но он почему-то ему вообще пофигу. Я его завалил, походу, уже, так что от жителя ничего не осталось. А ты где вообще, что-то я не понимаю? Так, чуть пониже слезу. Так, а, ты на самом нижнем балконе, окей, я понял. Так, что это зомби у нас там гуляют отдельно? Понял, хорошо, Нубик, хорошо. Ух ты, нифига, ты чем там так бомбанул? Там вся толпа прям аж покраснела полностью. Не, это ты не я, я ничего не делал. Это что там, зомби-камикадзе какой-то? Ух ты, нифига, снова прям этот. Все зомбаки аж в сторону отлетают от каких-то, не знаю, чего там. Там вообще так сильно прям все это... Их оттолкнуло, всю эту толпу зомбаков, что я никогда даже такого не видел. Вроде гранат у нас нет, хотя у нас есть лаунчеры, конечно, вот эти, но... Все равно, это было очень мощняво, на самом деле. Так, вы там зомби получаете. Так, сейчас мы эту толпу... И там два гиганта еще стоят, отдыхают. Я не понял, чем там отдыхают? Ух ты, снова. Давай, давай, спускайся вниз. Я сейчас тоже вниз спущусь, потому что солнце уже взошло, и нам бояться ничего не стоит. Да, нужно гигантов до конца довалить, потому что они что-то стоят. Давай, 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 вали, вали их. Так, на тебе... Все, еще немного гигантов осталось, и все, мы тогда точно победим. Вот он там стоит, гад такой. Так, и сейчас туда, в эту толпу зомбаков с гранатометов. Начнем вам получать. Так, Нубик, направляю к тебе радиоракетный удар. Все, успел. Еще радиоракетные удары летят к тебе. Вот так вот ракеты прям к тебе. Я тебя прикрываю с воздуха, как истребитель какой-то, как... Ой, все, у меня ракеты кончились полностью. Ракеты бить, я не понимаю. Я просто нажимаю на правую...
на правую мышь клавиатуры, а она пропадает у меня. Что за фигня? Ну, не знаю, у меня никаких правых мышей клавиатуры как бы здесь нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь, так что я не удивлен, что у тебя там не работает или наоборот работает. Так, зомби, уходи отсюда. Ура! Так, ну-ка, сейчас я его киркой. Сейчас я его киркой с одного удара. Ну, а тебе, получай, зомби. Ничего не можешь делать, и тебя тоже сейчас. О, тоже с кулака, да? Все, все, что ли? Победили. Пойдем наверх динамита. Так, сейчас надо запрыгнуть, это возможно. И это 100% возможно. Так, не так. А если вот так. Так, ну-ка. Стоп, я запрыгивал сегодня так. Ну-ка, вот все, запрыгнул. В общем, друзья, вот такая сегодня серия обороны башни на динамите получилась. Надеюсь, то, что вам понравилось. И мы с вами, конечно, увидимся в следующей серии Нубика и Про. Всем удачи, хорошего настроения и пока. Пока-пока, друзья и все.